видископ. До 31 июля должны подать заявку желающие. До сентября ФИБА Европа рассматривает и происходит голосование. Также будут голосоваться члены исполкома. Какие варианты? Есть варианты, какая-то одна страна примет, которая готова будет гарантировать все. Это, конечно, самый легкий вариант. Какая-то страна, если проявляет готовность, у нее есть инфраструктура, есть возможности принять, и просто принимает. Или это будет комбинация даже из 4 стран. Такие тоже, скажем, варианты есть. Потому что, скажем, есть много участников, которые хотят участвовать, скажем, иметь у себя один отборочный турнир. Но не так много участников, которые хотят принять все, потому что время осталось мало. Мы реально понимаем картину, какие страны в состоянии принять весь турнир. Мы реально понимаем, какая должна быть комбинация, потому что чтобы эти страны были где-то географически рядом, чтобы это как-то было. В общем-то, абсолютно полная неясность на сегодняшний день, но начнет проясняться после 31 июля. Это ситуация, когда мы увидим реальные заявки и реальные предложения от стран, которые, в общем-то, хотят Евробаскет 15 принять. Витископ. Спортивное видео.